Добрый день, меня зовут Евдокимова Елена Евгеньевна. Я работаю в клинике Медсервис, врачом-рентгенологом и заведую отделением экспертизы. Я закончила Ижевский медицинский институт в 1994 году по специальности терапия и затем прошла интернатуру по специальности терапия. Почти 10 лет моей трудовой деятельности врачебной я работала в кардиоцентре, в Республиканском кардиологическом центре. В качестве врача-кардиолога сначала, затем в качестве врача-ревматолога в отделении пороков сердца. Когда в 2000 году появился магнитно-резонансный томограф в кардиоцентре, это был один из первых томографов в Удмуртии, меня очень заинтересовала эта специальность, поскольку с детства я интересовалась техникой. И когда мне предложили переучиться на рентгенологию, чтобы работать на томографии, я с удовольствием согласилась. В клинике Медсервис я работаю с 2005 года, где-то почти 10 лет заведовала отделением томографии и непосредственно участвовала в выборе аппарата МРТ. И могу сказать, что это уникальный аппарат, действительно, таких у нас в республике больше и нет, насколько мне известно, который позволяет делать все, что необходимо, в том числе и смотреть маленьких деток, которые не могут проходить исследования на других аппаратах таких. То есть аппарат действительно уникальный, это очень такая удачная разработка японских ученых. И я очень рада и счастлива работать здесь. Будьте здоровы!